Всем привет, дорогие друзья! С вами Миша, ребята. Сегодня я вам покажу, как снять свой собственный мультик Лего самому. Теперь вы можете не только смотреть мультики Лего из Ютуба, но и сами посмотреть, снять его и выложить в Ютуб. Ну что ж, приступим. Поначалу приготовьте вот такую вот платформу Лего. Да, дальше вы можете взять какую-нибудь конструкцию из Лего. Например, вот это вот слоника я возьму и прицеплю вот сюда. Дальше нужно взять мини-фигурку из Лего. Например, вот такого чувака, похожего на Бонни. Ну, то есть не похожего на Бонни, но ушки, рольчи ведь. Вот, мини-фигурка Лего. Это вот слоник, это просто декорация. Для декораций. А платформа нам для того, чтобы была земля. Поначалу поставьте мини-фигурку Лего. Вот так. Дальше поставьте на паузу видео. И за кадром переверните у чела одну ножку. Дальше еще за кадром поставьте. Дальше ту ножку у чела, которая стояла перед Винти, вот, так, а ту, которая у нас вот так была передвинута, это поставьте вот, ну, то есть передвигаем другую ножку, затем поставим на паузу и передвигаем у чела еще одну ножку, вот так вот. Дальше вот так это мы сделали, типа он ходит. Дальше вы сейчас посмотрите мой мультик, как он ходит до конца. Вот так вот, ребят, у меня заснялось, как он ходит. Надеюсь, вам понравилось. Дальше мы сделаем, типа он карабкается, я вам покажу. Сначала поставьте вот фигурку вот так, на ножкой вперед. Дальше прицепите вот так вот у фигурки руку одну. Куда-то туда, чтобы видно, типа он карабкается. Да, вот прицепите еще, ребят, вторую руку, и вот так он у нас карабкается. Вот так вот, ребята. А если он едет, ребята, на слоне, например, вот на фигурке, можно просто передвинуть вот так фигурку за кадром. Вот так, вот так. Короче, вы меня поняли. Вот так вот, ребята. А если вы хотите снять, ребята, типа он едет на машине, можете вот поставить вот такую вот базуку. Дальше посадить чела туда. Но это за кадром делать. И вот поставить руки, типа он рулит. И вот так за кадром передвигать машинку. Все, ребят, у нас чел уехал и приехал. Вот так, ребята, надеюсь, вы разобрались, как делать с челом. Если я что-то непонятно показал, можете мне написать в комментариях или посмотреть другие видео, но я думаю, что понятно показал все, и вы, наверное, поняли. Поэтому всем пока-пока-пока. С вами был Миша. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я сейчас вам спою песенку. Нужно срочно подписаться на канал, чтобы видео ты там не пропускал. Лайк поставил, комментарий написал. Это мне поможешь, так узнал. Вот такая песенка, ребят. Ну, короче, всем пока-пока-пока. И делайте то, что я сказал, пожалуйста. Пока-пока-пока. И удачи.